Давайте, петульки. Здорово. Саша Хитров и его камера. Здравствуй. Привет. Как же ты достался свое GoPro? Ты летел без меня? Сколько времени? Много. День. Это и у нас Александр Хитров. Ой, а он опять с GoPro. Как неожиданно. Ты рад меня видеть? До радости тут далеко, но... Ты, как всегда, на стиле. Я очень помню, себя чувствую. Это Ярослав, это я 2 дня назад. Не уверен. Я очень плохо себя чувствовал. Не уверен, Александр. Петров, ты понимаешь? Сделай как циклон. Я могу тебе показать, как я выгляжу сейчас. Оу, хорошо, ладно, я выглядел немножко получше. Как он быстро близнал. В общем, не все перенесли полет хорошо, но вот я Ярика понимаю более чем, потому что, несмотря на бизнес-класс, было тяжеловато. Snacks down in the lounge, it's outside in the garden pavilion. Okay. He'll be able to show you where it is. Okay. I attest that out to you. Okay. Okay. We'll just take off your incidentals and they won't take anything from you. Yeah. And then we also have an arrival reception. Hello. Какая разница? А, ну что туда нужно делать? Просто мне кажется, можно прийти, вот выйти в бассейн, так вот нырнуть лицом вниз, выйти и просто опять же пойти, потому что прям ничего не изменится, потому что влажность жесткая. Ничего, говорит, отдыхайте, отдыхайте, все, все, отгуля. Четко. Да. Так, поэтому нужен план. Саш, нам придумал план для значения? Нет. Бассейн? Вот и весь бассейн. План. Весь план бассейн, то есть не вылезать оттуда. Да, здесь можно только там. Я чувствую. Не, надо с собой это было. Вы недостаточно это готовы. Для цветов есть же этот пульверизатор, пульверизатор. С собой нужно таскать, иначе просто не выжить. Надо было просто в сауну попробовать. Парилки сразу? Да. Нет. Че, пойдем? О, тяжело. А как сделать так, чтобы она не закрывалась такой функции? Ну, нет, да. Ну, я имею в виду. А, так нет. Номер такой же, только у меня 2 кровати совмещены. И все живут по одному. А у меня не совмещены? Нет. Но ты можешь выбирать, на какой спать, судя по всему. Я тоже. Номер такой же. Это, кстати, тупо как-то, да? Ну, как есть. Так, а вид такой же, как у меня практически. Только я на 9-м живу. На такой ноте мы, пожалуй, завершим.